Вот уже почти 50 лет. В четвертое воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают работники торговли и бытового обслуживания населения. С 1988 года официальной датой празднования стало третье воскресенье марта. А с нынешнего года все снова вернулось на круги своя. Для работников торговли государственные праздники и выходные дни порой становятся по-настоящему горячими днями. И даже собственный профессиональный праздник многие из них встречают на рабочем месте. Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует знаний, терпения, ответственности и умения работать с людьми. От профессионализма тех, кто трудится в этой сфере, качество предоставляемых услуг и душевного тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни. Тяжелый труд, где-то, может быть, даже не всегда благодарный, но действительно в Иркуте мы вот имеем, да, не имеем своего какого-то, да, корнеплодов и так далее, у нас ничего не растет, но у нас есть все, как в Греции, есть абсолютно все. Поэтому большое спасибо предпринимателям. Вот, за то, что они вот такое качество показывают, да, свои работы. Ну и удачи им и успехов. С праздником. В минувшую пятницу в администрации города прошло награждение предпринимателей. Около 20 предприятий и организаций были удостоены почетных грамот. Дружными аплодисментами присутствующие встречали каждого, кто получал заслуженную награду из рук исполняющего обязанности руководителя администрации. Прозвучали добрые пожелания в адрес тех, благодаря кому наш город поднимается на новый уровень сервиса. Марина Зайцева, Виталий Лазович, ТВ Гало, Воркута.